Здравствуйте, товарищи! Добро пожаловать на ТВ Ям или ты Джем. Сегодня у нас в гостях Алена. Привет, Алена. Привет. Что ты нам сегодня будешь готовить? Я буду готовить шоколадный торт. Он очень вкусный и наверняка всем гостям понравится. Да, какие гости, это все мы потом съедим. Что нам и надо за это? Начинаем с того, что мы берем сахар и берем сливочное масло. Мы делаем торт в больших количествах, поэтому у нас, значит, идет 250 граммов масла и приблизительно 400 граммов сахара. Масло должно быть комнатной температуры. Сразу высыпаем весь сахар к маслу. Я использую здесь коричневый сахар. Можно белый, белый, может быть, даже будет лучше, потому что он мелкий и лучше растворяется. Сюда мы еще добавляем ванильный сахар, приблизительно 20 граммов. Я так на глаз насыплю. Лучше с ванильным сахаром не перебарщивать, а то будет горчить. Опс, опс, опс и... Масса у нас стала однородной. Можно туда добавлять яйца по одному. Яйцо целиком внутри, да? Целиком, да, полностью яйцо. Теперь можно сюда муку добавлять. 400 грамм. Значит, добавляем 400 грамм муки. При этом желательно, чтобы миксер работал. Сейчас, включим скорость. Постепенно добавляем муку. Мы добавляем сюда какао, это 100 грамм какао-порошка. Подожди, подожди, подожди. Ставишь так ту эту штучку, и ничего лактать не будет. Можем и доберем. Давай включим немножко посильнее. Сюда же нужно добавить еще разрыхлитель для теста. Одна пачка на полкило муки, а у нас 400. Я бы добавила все-таки еще остатки муки, потому что до добавления воды тесто должно быть достаточно плотное и густое. Сейчас мы начнем выливать воду постепенно. Чтобы не испачкалось. Да. Воду вливать нужно небольшими порциями, для того, чтобы не образовывались комки в тесте, чтобы равномерно масса размешивалась. Воды приблизительно должно быть 300 граммов. Но, опять же, это все надо смотреть. Надо следить за тестом. Получилось то, что надо. Сейчас выключаем. Теперь нам понадобится форма. Мы используем форму 26 сантиметров. Эту форму нужно смазать маслом сливочным. Лишь я-то смажу. Я просто маленький отрезал, правильно, не хотела руки пачкать. Работать на кухне, я не пачкать руки. Смазали форму. Ее еще нужно посыпать небольшим количеством муки. Лишнюю муку мы должны струсить. Все необходимое количество у нас останется. Наше тесто на крем шоколадный похожее мы помещаем в форму. Поверхность желательно разровнять, чтобы оно равномерно все было. Наше тесто готово для того, чтобы отправиться в духовку, которая у нас уже предварительно разогрета до 170 градусов. И ставим таймер на 1 час. Прошел не час, а приблизительно 1:20, так как у нас форма достаточно большая, поэтому пирог готовился дольше часа. Теперь мы его достаем оттуда. Верхушка немного потрескалась, это ничего страшного. Наш корж готов. Теперь его нужно переместить в какое-то холодное место, можно на балкон. Приступим к приготовлению шоколадной глазури. Для этого нужно нарубить небольшими кусочками 200 граммов шоколада черного. Шоколад нужно растопить на водяной бане. Для этого мы уже сделали кастрюлю с водой и ставили кастрюлю. Кастрюля на кастрюлю называется баня. Это не значит, что кто-то тут отдыхать будет. 200 граммов темного шоколада мы опускаем в кастрюлю и туда же добавляем сливочное масло. 150 граммов приблизительно. И сейчас это все баним, да? Да, отправляем в баню. Это нужно периодически помешивать. Шоколад у нас уже растопился вместе с маслом. И теперь мы будем постепенно добавлять сюда сахарную пудру, приблизительно 300 грамм. Добавляем по несколько ложек и все это перемешиваем. Будем добавлять сюда горячую воду. Приблизительно понадобится 4-5 столовых ложек воды. Мы их тоже будем добавлять постепенно, не прекращая мешать. Шоколадная глазурь готова. Она получилась у нас очень густая. Она такая густая должна быть для того, чтобы не растекалась на поверхности нашего торта, а она ровненько держалась. Сейчас нужно перенести торт. Сейчас принесем. Глазурь наша готова. Пирог остыл. Можно приступить к тому, чтобы глазурь покрыть на верхушку торта. И сливками эту не случайно не надо украшать. Не надо сливки. Мы вообще сливки не будем сегодня здесь использовать в этом пироге. Че, торт готов? Да. Как называется наш торт? Торт шоколадный. Это была Алена Мастер на все руки. С вами был ТВ Джем. Серж, чао. До свидания.